И всем привет, привет, дорогие друзья! Вы на канале Хаттабыч ТВ, это у нас новый видос. И знаете что? Сегодня, ребят, новая игра у нас, как вы поняли. И сегодня мы везем президента, ребят. Везем президента в другой город, далеко довольно-таки. Поэтому я сегодня на полицейской машине. Это у нас Mazda 6. И вы можете видеть, сзади у нас стоит уже колонна. И президентская машина, сейчас я вам покажу где. А мы начинаем. Также перед началом ролика не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк. А мы поехали. Итак, ребят, вот. Сейчас вам покажу всю колонну. Сейчас проверим, все ли машины на месте. И я вам сейчас покажу, в какой машине сидит президент. Вот. В микроавтобусе. Так что мы поехали. А вот тут сидит главный заместитель президента. Блин, у нас гроза началась, конечно, но ладно. Что поделать? Включаем аварийку. Мигалки включаем. И поехали, ребят. Сейчас проверим все машины, где за нами едут. Да, вон колонна за нами выстроилась. Все едем. Так что, ребят, опа, чирик. Окей. Объедем сейчас. Надеюсь, там же проблем никаких не составит объехать, а то я знаю, что плохо видно. Ладно, все, поехали. Тормозим все. Президента везу, ребят. Но я думаю, мы с вами чуть попозже увидимся. Вам приятного просмотра еще раз желаю. Так, ребят, у нас уже день. Вот мы. Ну, точнее, гроза закончилась. Едем мы спокойно так. Нам уступают дорогу, ребят. Реально хорошо ехать с президентом. Сопровождение, все просто уступают дорогу, мы быстрее всех доезжаем. Вот так вот, ребята. Хорошо быть полицейским. Давайте подождем чуть-чуть, отстали от нас, передали по рации. Деньги. Вот они едут, скажите. Блин, я конечно, не знаю. Нет. А вон они едут. Ну ладно, ребят. Короче, нам передали по рации то, что мы уже подъезжаем. И нам как бы уже нужно тут остановиться, ребят. А, да, у нас серия была небольшая, ребят, но если вы хотите, еще ставьте лайки, ребята. Президента мы еще повезем, ребята. Потому что я занимаюсь делами президента и сопровождаю их. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, ребята, и пока-пока.